Разделением Болградского района на 5 ОТГ недовольны не только жители Бессарабии. 20 мая в среду парламент Болгарии резко осудил планы правительства Украины и одесского губернатора разделить район на несколько громад. Пресс-служба парламента Болгарии сообщает, что за это заявление проголосовали 109 болгарских депутатов. Против никто не голосовал, 19 воздержались. В заявлении, в частности, говорится, что болгарский парламент категорически не согласен с планируемым административными изменениями и призывают Украину принять меры для сохранения целостности болгарской общины в Болградском районе. Напомню, вчера перед зданием ОГА жители нескольких сел Болградского района протестовали против нового перспективного плана деления области на громады.